В Беларуси началось выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Баллотироваться будут около 1200 человек. От местного уровня изберут 350, от гражданского общества – 400. 25 апреля – предельный срок созыва первого заседания ВНС. В республике открыто свыше 135,5 тысяч депозитных счетов «Семейный капитал». Суммы немаленькие – 826 миллионов долларов и более миллиарда рублей. Заявки на досрочное распоряжение подают, чтобы улучшить жилищные условия, получить медуслуги и образование. Новая для Беларуси специальность «Страноведение и переводческая деятельность» откроется в БГУ в 2024-м. Набор будет осуществляться на бюджетную и платную формы обучения. Продолжительность – 4,5 года. Выпускники получат тройную квалификацию «Географ», «Преподаватель», «Переводчик», благодаря чему смогут работать в различных сферах. В Бобруйске появились новые электрозарядные станции. Точки расположились на улицах Минской и Батова. В зависимости от емкости аккумулятора, полную батарею можно получить за 6-8 часов. Особое внимание уделено безопасности. Возле каждого пункта установлена система видеонаблюдения. Народный праздник Масленица пройдет в Бобруйске 17 марта. В программе традиционные забавы, снятие петуха со столба, перетягивание каната, сжигание чучела и многое другое. Кроме того, жители города смогут прокатиться на аттракционах и полакомиться вкусными блинами.